Кто там? Я. Ты каждый раз так пугаешься. Не можешь привыкнуть. А я забыл, что такое страх. Что с тобой? Когда же кончится эта безумная ночь? Когда-нибудь, Шура. Когда-нибудь. А что сегодня? Завтра? Ты... Моя любовь, которую я ворую по ночам, прячась от людей, и борьба. Ненависть. Ненависть до боли в мозгу, до исступления. Тебе, наверное, очень трудно. Да нет, сейчас уже ничего. Я теперь буду преподавать литературу на комиссарских курсах. Почему на комиссарских? Какая разница? Горные вершины спят во мгле ночной. Тихие долины... Забыл. Знаешь, кто приехал? На эти комиссарские курсы. Кондрашов Михаил.
только под другой фамилией, Дегтярев. Я все о тебе ему рассказала. Печальный был рассказ. Вот что. Пусть завтра ждет меня в старой смолокурне в лесу. Зачем? Так надо. За каждый твой урок. За каждое слово, сказанное тобой. Комиссары заплатят кровью. О, сколько вас собралось! О, Герасименко! Здорово! Здорово! Что, приехал ума наберет? Приехал. Почему именно сегодня? Что-нибудь случилось? Случилось. Что? Не знаю. Это вы, Дегтярев? Да. А что? У нас в дивизии был комиссар Дегтярев. Вы, случайно, ему не родственник? А может, и родственник в 10-м колене. Федор! Федор! Тебя же убили в Кронштадте во время мятежа. А я с того света. Здравствуй, комиссар комиссаров. Где же ты пропадал так долго, Кондрашов? Сколько нас осталось? Не спрашивай. Мало. Одни погибли, другие предали. Это конец. Нет. Это начало великой борьбы против мрака. Есть приказ всех комиссаров в одну ночь накрыть головы с плеч. Этих фанатиков голыми руками не возьмешь. Возьмем. На территорию Украины скоро перебросят свои войска Тютюнник. Пали. Ты веришь в победу? Нет. И ты не веришь. Я верю в борьбу. В борьбу до последнего вздоха, до последней капли крови. Я буду бороться, пока не сдохну, и ты со мной. Борьба — это не штука. Важно, каков исход. Разве поражение, смерть остановит нас? Я не об этом. А я об этом. Важно, кем мы будем в этой борьбе. Будем настоящими борцами или трусами, недостойными даже пули?
Умирать мы научились. Но кому нужна цель нашей борьбы? Тем, кто придет после нас. Мы должны дать толчок для великой борьбы. И ты, Дегтярев, никуда от нас не уйдешь. Даже в этой кожанке. Среди них ты будешь одним из наших. А ты знаешь, как тяжело быть в этой шкуре среди них, когда каждый глазами стреляет тебе в спину, хочется мозгами в пропасть. Думаешь, мне легко? Скрываться по лесам, убивать, стрелять, гноить себя. Кровью. Плачу я за волчью ночь. Ты меня не убедил. Три шага отделяли тебя от моего выстрела. Через 10 дней ждите меня с точным планом уничтожения комиссаров. Порубаем их. Но все равно я не верю в нашу борьбу. Седлаю я горячего коня, крепко зубы приторочу к деревне. Встань, казачка молодая у плетня, проводи меня на солнышко в поток. Встань, казачка молодая у плетня, проводи меня на солнышко в поток. Скачут сотни за терека реки, копыта и дороги на тропе. Едут песни молодые казаки, Красной армии республики Слуги. Едут песни молодые казаки, Красной армии республики Слуги. Федор, не принимаю я НЭП. Это отступление, и оно укрепляет врага. Отступление укрепляет. Но это единственный выход, чтобы не сдохнуть, устоять. Иногда хочется выхватить саблю и все сначала. Что-то в душе моей переворачивается. Комиссар Комиссаров. Оставь. Я не хочу терять тебя. Не понимаю, что происходит с тобой. Так можно потерять все. Даже истину. Истина. Истина. Вчера истина была ясна. Саблю в руки руби. А сегодня каждый ищет свою истину. Моя истина, моя вера.
Я шел за Лениным и иду за ним. За Лениным идти легко. На словах. Каждый чуть что Лениным прикрывается. Почитателей у Ленина много, было бы столько последователей. Это я прикрываюсь Лениным? Так что же мне? В верности клясться? Если ты говоришь правду, бери, стреляй. Стреляй. Но если ты врешь, я буду стрелять. За каждое слово неправды стрелять буду. Федор, ты у меня единственный. Я очень боюсь, чтобы ты не скурился, как некоторые. Слова появились какие-то страшные, властные. Что это такое? За каждое слово неправды стрелять буду. А кто определит меру правды, ты? А вдруг это правда только твоя, тогда что? Мы в одной партии. И правда у нас одна. Но если я увижу, что ты ищешь другую правду, я пущу тебе пулю в лоб. И себе. Прости. Но 4 года из наших жил текла кровь. Это за нашу революцию, за нашу партию. Теперь мы видим, как в партию лезут приспособленцы. А вдруг и мы не сможем избежать упадка, перерождения. Борьба будет жестокая. Чего ты боишься? Самого себя? И себя. Федор, власть над людьми испокон веков несла в себе такие соблазны. Такие огромные искушения, перед которыми до нас никто не смог устоять, пойми ты это. Мы сможем устоять? Ты болен, Громов. Невероятно тяжелое время переживаем мы. По многим причинам возникает очень тревожный вопрос. Выживет наша революция или нет? И когда я вижу, что даже некоторые комиссары забывают о ней, теряют самую суть революции в себе, мне хочется ударить еще одним залпом «Авроры», чтобы напомнить всем, борьба за революцию только начинается. Она идет сегодня, завтра, будет вечно, пока живут люди на земле. И также вечно нам, комиссарам, быть первыми в этой борьбе. Это очень трудно. И потому, товарищи комиссары, каждого из нас надо проверить, как оружие, побывавшее в бою. Не выщербилось ли, не притупилось, и закалить для грядущих битв. Все вы 3 месяца будете курсантами комиссарских курсов, рядовыми, несмотря на ваши высокие должности, ваши звания и заслуги перед революцией. Что это значит? Разговоры в строю! Смирнов, выйдите из строя. Говори. Значит, ты всех нас хочешь лишить званий и заслуг, которые мы завоевали в боях? Да мы 4 года не сходили с коней. Мы не имели ничего, чтобы получить все. Мы жертвовали жизнью, проливали кровь. За что?
Да не за то, чтобы кричать о своих регалиях. Идти за своей минувшей славой и на каждом шагу за это требовать благополучия. Роскоши только для себя. Смирнов. Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. И палит дорога, дрожат листы. Подожди немного, отдохнешь ты. Ой. Спасибо, садитесь. Простите, я забыла вашу фамилию. Мою? Надо встать? Как хотите, можете не вставать. Коваль. Скажите, пожалуйста, каких вы знаете писателей и поэтов? Поэтов? Ну чего, я много знаю. Ну, я знаю, что есть такое... Толстой. А что он написал? Он написал это, как его... Грамматику. «Война и мир». Александра Ивановна, я... Что я могу ответить вам, Федор Михайлович? Службу в армии я люблю. Не представляю себе жизни без нее. Но постоянной профессии своей ее не считаю. Ибо служить мы будем только до полной победы революции мировой. А там конец всем войнам и армиям. Смирнов. Где Смирнов? Нет его. За систематическое непосещение лекций 5 суток гауптвахты. Коваль. Я. Герасименко. Я. Подойдите к доске. Да я просто так засмеялся. Подойдите к доске. Иди. Герасименко, почему пропускаешь лекции? Федор. Застегнись. Федор Михайлович, снова такое письмо получил от жены, что не до лекции. Все равно. За нарушение приказа. Что в театре было? Да я смотрел постановку «Отелло». Там интересно было в этом. В конце, когда... Как попал в театр? Театр? Ну как? Я шел вместе с нашей медсестрой. Знаю про медсестру. Но она захотела в театр. А у меня денег как раз не было. Ну и шел навстречу знакомый Непман. Я ему просто показал револьвер. Ну, он сразу купил 2 билета. Он мог бы и больше купить. Да не было поблизости комиссаров. Так вот, за нарушение дисциплины обоим по 3 суток гауптвахты. С вами приходится как со школьниками. Федор Михайлович, можно? Я больше никогда в жизни не пойду в театр. А вот это напрасно. Бо туча прибила, козак не весел. Как вы думаете, хлопцы, отпустить меня нарком домой? Что к жене торопишься? Да и к ней. 3 года как поженились, а и месяца не прожили вместе. Тільки ж той любові, що чорніє брови, тільки ж той печаль.
Ну ладно, хватит! Чего скулите? Один за три года и месяца с женой не жил. У другого полжизни прошло, он не знает, что такое женщина во сне только. Так. Мы им все отдаем, а они нас на галфахту! Головой! Хватит, говорю! Сегодня же подаю рапорт об уходе с курсов. Меня оскорбляет это обучение. А то, что ты необразованный дурак, занимаешь такой высокий пост, это тебя не оскорбляет? Да за это знаешь, что я сделаю? Убью! Смирнов, перестаньте, хлопцы! Смирнов! Воюете? Смирнов! Из армии к чертям собачьим выгоним. Нет, еще в банду пойдешь. На конюшню. Тебя кони любят. И я коней люблю. Герасименко. Нарком разрешил тебе оставить курсы. Поедешь домой делать коммуну. Уезжаешь? Жаль. Трудную дорогу ты себе выбрал. Край дикий. А если не убьют, сойдешь с ума. Ничего. У меня хватит ребер, пусть стреляют. Знаю, жечь будут, стрелять будут. Но все равно построим коммуну. И даст Бог, накормим всех белым пшеничным хлебом. За это можно и умереть. Жаль, что морду не набили на дорогу. Ты знаешь, как это в дороге пригодилось бы, а? Ничего, это я шучу, конечно. Ведь правда, край дикий. Это я на себе испытал. Жгли, мучили. Да вот, видишь, живой. Ну, если тебе Смирнов не набил морду, то там наверняка набьют. Не поминай ты лихом. Давай здоров. Учись сказать. Ну что, трудновато, батя? Трудновато. Ничего, будет лучше. Темнота. Красивые хлопцы. Будь здоров. Ну что, Коваль, решил жениться или так и будешь баклушить? Да есть тут у меня одна на примете. Но пока начдивом не стану, как говорится, береженого Бог бережет. Пусть бережет, ты добьешься. Желаю тебе счастья, сестра. Казаков много. Ничего, счастья будет. Эх, Гриша, так и не научил тебя чарку пить. Сами научил. Поправляй. Лишь бы чарка была. Вот, ожидай в гости. Приезжай. Спасибо за музыку. Приезжай, сыграешь нашим комиссаром, коммунаром. Только где я там такую бандуру возьму? Найдем. А как Жинка выгонит, так ты к нам возвращайся. Вернусь. Спасибо, Федор. Погоди. А со мной почему не прощаешься? Еще раз позвон захотел? Попробуй. Ну ладно. Самое дорогое, что у меня есть, мой белый конь. Я дарю его тебе. Пусть он послужит твоей коммуне. Только разреши мне в последний раз проскакать на нем. На прощанье. Задумалась, сказал Диего, прощай. Ты комику воронеки скачет обрай. Свистну, крикну на коня, оставайся молода. Як не звезду, то вернуся через три года. Свистну, крикну на коня, оставайся молода. Як не звезду, то вернуся через три года. Вийшла ручки заламавши, і оченьки заплакавши, на кого ж ти покидаєш тільки подумай. Свисну крикнув на коня, остайся молода,
як на зіню, то вернуся через три года. Свиснув, крикнув на коня, оставайся, молода. Як не зіню, то вернуся через три года. І хохоп задумала, сказав дівчино, прощай. Ти коміку вороне кіска читай, гуляй. Свиснув, крикнув на коня, оставайся, молода. Як не зіню, то вернуся через три года. Свиснув, крикнув на коня, оставайся, молода. Як не зіню, то вернуся через три года. Вийшла ручки заламавши і оченьки заплакавши, на кого ж ти покидаєш ті відмовай? Свиснув, крикнув на коня, остайся, молода, як не згільний зіну, то вернуся через три года. Свиснув, крикнув на коня, остайся, молода, як не згільний зіну, Что ты здесь делаешь? Хлеб ищу. Разве тут найдешь? А у тебя есть хлеб? Ничего нет у меня. Ничего нет. Подожди. А ты куда? Нельзя. Тебе домой. Нельзя со мной. Это не мой дом. Подожди. Вернись сейчас же. Иди в свой приют, слышишь? Иди. Нельзя со мной, понимаешь? Я иду на свидание. А двое мужчин на свидание не ходят. Ходят. Ходят, говоришь? Не реви. Давай руку. Ну, и что же мы вдвоем будем делать там? Я не один. Проходите. Спасибо. Иди сюда, чего ты там? Да иду, иду уже. Спасибо. А я думала, что вы больше никогда не придете. Вам теперь не кажется, что я пришел арестовать вас? Нет, ну вы же пришли вдвоем. Хотите послушать музыку? Арестовывай и пойдем. Нельзя так сразу. Только пришли и арестовывай. Ты комиссар? Комиссар. А к нам приходили в детдом комиссары. Мне приносили сахара в тебя, что есть. Ну, мои приносили комиссары. А у меня наган есть. Заряженный, дай пострелять. Еще настреляешься.
всегда молилась за меня. Даже когда я запрещал ей. Закрою глаза перед сном, а она украдкой перекрестит меня и помолится о счастье. А меня мать проклинала, когда бежала отсюда. А я оставалась. Отец молчал. Уехал навсегда, и ни слова. Зажег все свечи, как на похоронах. Горели эти свечи. Мне приснился сегодня ночью страшный сон. Какой сон? Нет. Видно, никому нельзя жить среди чумных. Какой сон? Мне приснилось, будто я тебя убил. Сегодня у вас комиссарский бал. Он будет кровавым, Шура. Ты поможешь нам? За что ты убил меня? Не знаю. Знаешь. Потому что я больше не верю тебе. Ты предала мою веру? Ты единственное, что у меня осталось. Но за мою веру, которую я выстрадал в болотах, в крови, я могу даже тебя убить. И все-таки со словами осторожнее, хлопцы. Смирно! Товарищ начальник курсов, курсанты готовятся к завтрашним лекциям. Вольно. Вольно. Я вижу, весело живете. Готовим беседу о культуре речи. Как ты себя чувствуешь? Как здоровье? Ничего. Что-то случилось? Я думаю, тебе надо немедленно ехать лечиться. Ты же знаешь, что я никуда не поеду. А по глазам вижу, что-то случилось. В чем дело? Случилось. Организатора коммуны, комиссара Герасименко, бандиты живым закопали в землю. Федор, прекрасно, когда человек в первый раз напьется и смеяться хочется. Лечить тебе пришел старую кожанку на барахолке. Загнал. Пожалели калеку. Говорят, дали бы больше, но рукав прострелянный. Не дали. Здравствуйте.
Что с тобой еще? А я своего друга военкома встретил. С курвами в ресторане. С непманами. Говорю ему, что же ты революцию пропиваешь? Ты арестован. А он мне говорит, это не 18-й год, а 21-й. Все равно стоять, Громов. Комиссар Герасименко, тоже друга твоего, за революцию бандиты живым в землю закопали. Как это? Живым в землю закопали. Землю закопали. Зачем ты мне это сказал? Зачем ты мне это сказал? Откуда так много свечей? Из дома принесла. На комиссарский бал. В нашем доме любили свечи. Новый год, елка. Много свечей. Тоненькие, разноцветные. Обычно их зажигала я. И особенно запах свечи. Вы помните, как пахнут свечи? Я помню одну свечу. Погиб в бою комиссар. Горела одна свеча. И плакали сотни бойцов.
Дегтярев. Чего тебе? Ты что, крадешься? Я? Я не крадусь. А ты что, на бал готовишься? Готовлюсь. Погоди. А что ты решил, что я крадусь? Видел. Дегтярев, ты чего среди ночи к часовому подкрадывался? И почему ты в самом деле испугался? Ведь испугался же. Пойдем, поговорим с комиссарами. Постой! Хочешь знать правду? Я не Дегтярев. Не веришь? Это уже не имеет никакого значения. Этой ночью мы все... Случилось? Только что ножом в спину убит комиссар Михалев. Я знаю, кто это сделал. Что ты знаешь? Говори. Я видел, что убийца в нашей кормке. Я знаю, кто убийца. Сука! Вот так мы и губим Россию, предавая друг друга. Кондрашов, Михаил Николаевич, офицер Его Императорского Величества, кавалер Георгий Анна, верой, кровью служил царю, отечеству. А вы прекрасные мужики. Завидую вашей вере до фанатизма вашему мужеству. Но вы тоже погубили Россию. Погубили.
Стреляйте. Стреляйте. Ты будешь жить в тюрьме. Мы заставим тебя увидеть, какой мы сделаем нашу Россию и каким будет весь мир. Прекрати. Я прошу тебя, прекрати. Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання війде, кохання, кохання. З вечора до рання. Ты знаешь, я должен деньги Герасименко. Надо их как-то отослать. Все деньги, которые у меня были, я отослал его родным. И все-таки НЭП опасный шаг. Духовное поражение революции. Брестский мир некоторые тоже считали поражением революции. Кто теперь может повторить это? Молодцы. Молодцы, курсы затеяли. Людей учить. Все. Что с тобой снова произошло? Что такое? Федор, я ухожу из партии. Жить сможешь? Я ухожу из партии. Как же это? В петлюровских казематах каленым железом выжигали из нас партию. Что же ты, Громов? Не могу. Подло. В такое тяжелое время бежать, предавать партию. Я не предаю. Очищаю партию от себя. Прекрасно. Когда решишь не быть дрянью. А я? Не знаю. Я о себе говорю. Прекрасно. Почему на меня такая страшная беда свалилась? Видно, я плохой комиссар комиссаров. Федор, не надо. Ни сегодня, ни через 100 лет никто не скажет, что ты не всего себя отдал делу революции. Я прошу понять меня. Сейчас мне плохо, больно, но мне будет во 100 крат хуже, если ты не захочешь понять меня. А если нет, что бы ни случилось, ты святой человек. Я комиссар. Прощай, комиссар. Комиссаров. Прощай. Я считаю, что не место Громову в партии. Что за разговор? Я прошу тишины, товарищи. Громов, я хочу задать тебе вопрос. Когда ты перестал считать себя коммунистом?
Когда мальчишка ринулся в революцию? Когда рубил белых бандитов или когда подавлял кронштадтский мятеж? Так когда ты перестал считать себя коммунистом? Мы делаем революцию. Я не понимаю, зачем ты вступил в партию, если так легко можешь уйти из нее. Я пришел в партию. Хотел иметь единственное право. С оружием в руках защищать революцию. Тогда партия требовала борьбы. Тогда партия давала единственное право первым пасть в бою. Сегодня, кроме Непманов, появляются и в наших рядах такие, что мешают нам бороться за революцию, которую мы все выстрадали. Используют... Есть такие, что примазались к партии. Но ведь ты сам понимаешь, нельзя вот так обвинять всю партию с горячей головы, делать свои выводы и осуждать всех коммунистов. А что я могу сделать? Я не понимаю. Ну, Непману можно в Сибирь. А куда тех, с которыми я под одной шинелью кормил вшей? Из партии. И стоять насмерть за нашу чистоту, за революцию в душах людей. О, в душах это великое дело. У них хватит сил. Мудрости не хватит. Я много думал, как мне дальше жить. Скрыть от вас свои сомнения в новой политике партии. В себе. И тем самым сохранить свое положение, остаться коммунистом и призывать к тому, в чем я сам сомневаюсь. Или, как сейчас, сказать правду и сразу потерять все. Поверьте, поверьте, это нелегко сделать. И все же я сказал правду. Ты даже представить себе не можешь, какую боль причинит тебе разрыв с партией. Ничего страшнее этого нет. Мне тоже нелегко. Мы ведь вместе мечтали о полной победе мировой революции. Почему же ты испугался Непа с его чудовищными гримасами? Да разве ты не понимаешь, что это единственный выход, чтобы не сдохнуть, выжить? Ты не прав, Громов. Еще раз прошу тебя очень, последний раз, подумай. Хорошо, я подумаю. Подскажите, не дороги, как на ты.
Каленым железом враги выжигали из нас партию. Не выжгли. Мы с тобой часто думали, какие комиссары придут после нас. От нас зависит, какими они будут. От тебя. Громов, не позорь нас. Разве ты сможешь только наблюдать, как мы в муках, в страданиях, в борьбе будем строить новую жизнь? Открытый враг Дегтярев, поступок Громова, требует от нас беззаветной борьбы за чистоту нашей партии. Настало время, когда каждый из нас должен подумать, каким он был и есть. Некрасивыми словами о своих минувших подвигах и заслугах, а каждым шагом жизни своей, надо, наконец, дать ответ, какие мы сегодня коммунисты. Мы никогда не должны забывать, ценой каких неслыханных жертв отстояли мы нашу революцию, партию. Но полная победа, как говорит товарищ Ленин, невозможна без продолжительной, упорной, самоотверженной борьбы, борьбы, которая требует от нас твердости, стойкости, единства воли, требует кристальной чистоты наших рядов. Поэтому сегодня, как никогда, остро встал вопрос о личной ответственности каждого коммуниста за судьбу революции. Ответственности на деле, не на словах, какими бы громкими они ни были. Нам необходимо избавиться от тех, кто примазался к нашей партии, забюрократился, успел уже закомиссариться, от нечестных, нестойких коммунистов. Все это настолько серьезно, что или мы сметем всех тех, кто нам мешает, или погибнет вся наша рабоче-крестьянская республика. Выбора здесь нет. Быть не может. Комиссар, говори. Комиссар, говори. Комиссар. Что вы там сделали с Дегтяревым? Говори. Все равно из груди вырвал признание. В эту ночь со всех комиссаров по капле кровь выпущу.
Оставь его. Довольно. Сам сгинет. Так тяжело мне еще никогда не было. Такой одинокой не чувствовала себя. Рано или поздно, вы должны были, Шура, все равно, Шура, нельзя стоять между теми, кто борется насмерть. Поймите, ваши страдания, ваши муки — это моя боль. Шура, все это ложь. Железо. Кто? Я. Я могу только пожалеть, что так поздно встретила вас. Такого. Надо мной теперь только проклятие. Какие у вас удивительные глаза. Извините. Я хочу сказать... Не говорите ничего. Кто нас предал? Я. Неправда. Скажи, что это неправда. Правда. Скажи, что это неправда. Неужели сон вещий?
Петр! Разреши встать в строй. Умер кто-то? Родился. Григорий Громов, комиссар партизанской дивизии, погиб в 1943 году, герой Советского Союза, посмертно. Иван Герасименко, комиссар, организатор коммуны, в 1921 году живым в землю закопали его бандиты. Николай Смирнов, комиссар, погиб в 1937 году в Испании. Дмитро Коваль, генерал-майор, пал смертью храбрых в 1945 году под Братиславой. Федор Лобачев прошел три войны. Комиссар жив.